А мой директор на Белый Яр уехал, он с утра был, там что-то слышно. Давайте договоримся так. Я, в принципе, понимаю, что много объектов у ваших генеральных руководителей, но они должны предупредить меня. То есть, да, на том штабе я их видел, но вместе с тем, пожелание все-таки, чтобы они участвовали в штабе. Пока, как я говорил, мы не увидим о том, что прогресс пошел, движение пошло. Вот. И если не могут, они должны меня предупредить. Все, доведу. Доведу. Вот, таким вот образом. Хорошо. Значит, что? Мы, как и обещал, проводим штаб очередной. В тот четверг проводили, в этот. Были замечания. Поэтому я прямо сейчас иду по протоколу и, значит, сразу будем говорить. Значит, представить утвержденный календарный план на строительство многоквартирных жилых домов. Все. Все, ну вот по... уже совсем другое. И окончание, как по контракту. По контракту. Еще плюс вот контрактный договор. Угу. Расширенный. Угу. Так, это у нас. Сегодня у нас число. Седьмое. Седьмое, да? Да. Установка кирпичной кладки. 85-9 второго этажа. Сделано ну, уже. Сделано, да? То есть идем по плану, да? Установка кирпичной кладки. 81-5. Есть, да, тоже? А, идем. И заливку готовим. 5-9, в понедельник заливаем. Внутренняя сеть электроснабжения, да, идет? Занимаемся, да. Хорошо. И электроснабжение, и отопление. Подписал начальник участка. Это Дронин, это кто? Андрей Васильевич. Вместе с... директором. Все. Понял. А я еще говорил, чтобы, значит, была резолюция нашего УКСа. Это вот здесь, да? Да, да. Все. Вы вникли, все посмотрели. Хорошо. Генеральный директор, да? Это который в тот раз был. Да, да, да. Ну, все понял, понял. В рамках еще что у вас есть, чтобы показать, что вы проникнулись? Слева график за вами еще. Чтобы жители понимали, когда движение транспорта. Помните, вы говорили? Да. Тоже, да, потом. Конечно, там минута в минуту не будет, но... Ну, по крайней мере, мне уже